Такое чудо прилетело к нам. Замечательное явление. Может быть, это и полярное, а может быть, и не полярное. Но мы сегодня с ребятами открыли все книги, энциклопедии. И по внешнему сходству вот нашли общее. Она главная, наверное. Посмотрите, найдите ее. Где она? Точно? У нас есть все совет. Ну, это наши слова, не полярные. Вот это вот все было так интересно. Но никогда же такого не было. Ну, наверняка она что-то ест. А иначе бы она здесь не оставалась. Вера Николаевна сегодня заметила, у нас много же сверстили всегда на участке. И она увидела погибшего. Мы так подумали, что вот от когтей совы сверстели. Они только едят мышек, даже птичек. Я знаю, где она живет. Она и живет на севере. Сова живет в лесу. Я знаю, что она не спит ночью, а только спит утром. Эта птица принадлежит к отряду совообразные ночные хищники. И этот вид называется ленохвостая неясть или уральская неясть. Вид этот занесен в Красную книгу, принадлежит к третьей категории редкие виды. Да, это уже не первый случай. Иногда горожане видят сов. Вот всегда в зимнее время. Летом они заняты гнездовыми делами, вот действительно живут в лесу, а вот в зимнее время могут появиться. И ленохвостую неясть отмечали, и знаю, что отмечали, видели филина. Даже вот полярная сова молодая залетала в курган. Ребята пытаются ее разглядеть хотя бы в веточках клена, потому что, несмотря на то, что она такая белая и должна быть хорошо видна, ее очень трудно разглядеть. Когда они ее увидят, они говорят: «Ого, какая она большая!» Лерочка, да, ближе да, сюда. О, вон она. Да, да, да. Я вижу ее, вон она. Вон она, правда? Перемещалась она только вот по этим кленам. Когда, видимо, дети вспугнут, она перелетит с ветки на ветку и дальше сидит. То есть вот дальше клена-то она вообще никуда. Детям и родителям было очень интересно, и это любопытно. Может быть, она заблудилась все-таки. И сама по себе таким вот образом прилетела к нам, а может быть, специально. Прилетела для того, чтобы нам показаться. Вот такая красавица я здесь.